Илон Маск заявил, что строит киборг-дракона. Из всего того, чем сейчас занимается Маск, Dragon есть только в космической сфере. Это ракета, которая доставляет грузы на Международную космическую станцию. Глава SpaceX Илон Маск сообщил о начале разработки киборг-драконов, что, вероятно, означает модификацию космической ракеты Dragon. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает «Экономическая правда». «О, кстати, я строю киборг-дракона», — написал он в своем Twitter. Никакой дополнительной информации он не сообщил. Из всего того, чем сейчас занимается Маск, Dragon есть только в космической сфере, ракета, которая доставляет грузы на Международную космическую станцию, а в будущем должна будет отправиться на Марс. Издание Inverse допускает, что Dragon может изменить функционал с грузовой на капсульную ракету, в которой будут летать космонавты. По версии издания, Dragon будет наделена искусственным интеллектом, интерфейсом с человеческим мозгом от стартапа Musk Unrelink. Создание киборг-дракона звучит в большей степени как научная фантастика, однако ранее Маск уже использовал подобное анонсирование, рассказывая о продаже огнеметов. Мысль об огнеметах вначале тоже считалась шуткой, но за ней последовали реальные многомиллионные продажи. Ранее Илон Маск рассказал, как спит на полу завода Теслы. После этого пользователи собрали деньги на диван Илону Маску. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.